Дорогие друзья и подписчики, в этом видео мы поговорим о довольно распространенной проблеме, когда у нас в каком-либо гаджете, устройстве, мышке, клавиатуре отваливается USB штекер. Провод может перегнуться, может оторваться, домашние животные могут перегрызть. И вот мы поговорим именно о перепайке. У нас есть вот такой вот провод, откуда уже USB штекер был успешно оторван неизвестными лицами. И у нас есть вот такой вот USB штекер на замену. Это от USB мини-USB переходника. Сперва нужно вот эти вот провода отпаять. Можно оторвать, но это варварские методы. Мы не варвары, мы в цивилизованном обществе живем. Для работы нам понадобится вот паяльник, самый обычный, подойдет абсолютно любой. А, естественно, флюс тоже подойдет любой, мы используем жидкий. А, припой, без него никуда. Ну и различные дополнительные инвентарь. Итак, перво-наперво отпаиваем. Наносим немножечко флюса. Можно просто отпаять, можно использовать вот такую вот чудесную штуку, впитывающую ленту для припоя. Честно скажу, что проделываю данную операцию третий раз в жизни, поэтому строго не судите. Вот. Очень чисто отпаяли, лишний припой убрали. Переходим к следующему. Аналогично, как видим, вот контакты, куда припаивать провода, у нас чистые. И вот, собственно, штекер есть. Теперь перейдем к другому, более важному вопросу. Довольно часто вот эти вот USB кабели, внутри них находится эмалированный провод. Если провод не эмалированный, то не беда. Наносим флюс, сразу зачистили, нанесли флюс и припаяли. Никаких проблем. А с эмалированным проводом проблемы могут возникнуть. А проблема в том, что на эмаль не цепляется флюс, припой. Нужно использовать либо активный флюс, либо кислоту, то есть провода нужно лудить. Применяется вот, есть вот такая вот у нас кислота, ортофосфорная. Но как быть, если кислоты под рукой нет? Положим, что ее у нас нет. Для лужения можно использовать провод с ПВХ изоляцией. Наверное, некоторые из вас встречали в интернете небольшие статьи, заметки о том, что ПВХ-изоляцию можно использовать для лужения эмалированных проводов. В принципе, сейчас мы проверим, насколько это правдивая информация, но давайте, собственно, глянем, так ли это и получится ли у нас. Говорю сразу, это все дело пахнет не очень приятно, пованивает, я бы даже так сказал, лучше делать это в проветриваемом помещении. После этого наносим немножечко флюса. Видим,
сейчас покажу. Флюс пристал. Флюс. Припой. Припой пристал. В принципе, оно все готово к пайке, но должны сразу предупредить. А используя вот такой вот метод с ПВХ проводом, надо, как я уже говорил, делать все это в проветриваемом помещении, потому что при неполном сгорании ПВХ в воздух выделяется очень много вредных веществ, вплоть до канцерогенов. За подробной информацией можете обратиться в Википедию, почитать. Это такой способ, если уж кислоту вообще добыть негде, то можно делать и так, но это опасно для здоровья. Если же есть кислота, берем капельку. Вмыкаем. Сразу скажу, что после всех процедур, после пайки, все это дело желательно очень хорошо промыть водой, потому что кислота, оставшаяся на проводе, будет разъедать его и дальше. Ну, руками тоже нежелательно прикасаться, если не хотите легких пощипываний на кончиках пальцев. И теперь, собственно, приступаем непосредственно к процессу пайки штекера. Наносим флюс. Сразу скажу, распиновку провода в интернете найти несложно. Собственно, по этому запросу вы найдете уже готовое изображение, где показано, какой провод, какому контакту, куда нужно паять. У нас идет сперва красный, а вместо белого вот просто обесцвеченный. Ну, можно сказать, прозрачный кабель. Далее идет зеленый и потом синий, который у нас идет вместо черного. Начнем, собственно, с красного. Нажало паяльника, наносим немножечко припоя. Прикладываем. И готово. Далее обесцвеченный провод. Скажу сразу, при пайке таких мелких проводов требуется определенная сноровка. Первый раз можете довольно долго с этим возиться. Два готовы. Переходим к третьему. Видим, что, скорее всего, недостаточно долго воздействовала кислота на провод, поэтому нужно еще немножечко мкнуть, повторно нанести флюс.
На сами провода тоже не помешает чуть-чуть. Ничего страшного в этом нету. Чуть больше припоя нажала. И последний. В принципе, это все. Немножечко неаккуратно. Ну, как новичок для новичков, естественно, отваливается. Но ничего страшного, это все придет с опытом. Но общий принцип пайки понятен. А больше флюса, больше уверенности. Немножечко практики, чтобы не дрожали руки. А ПВХ для лужения лучше не использовать, если вам дорого ваше здоровье. Пользуйтесь кислотой. Кислота нынче не очень дорогая и доступная. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео. Ругайте, комментируйте. Критику мы ценим. И до новых встреч.